Это ты. В Милане 28к, просто здравствуй. Куда 28к? Ты где-то видишь? Турка. А, сутка? 28600. А, 28 на сайте даже. Там вкусное колечко с принцов падает. Мне такое нужно. Я 27 дал, прикинь, лол. Нормально. Но мы его быстро били, наверное. Само собой, с такими нормальными пацанами, блин, на ретрике. Само собой. Бля, просто... Я не знаю, это вообще рофл. Ретрики... Блин, не говори это слово, это священные люди. Плюс 10к. Спасибо. Это священные люди, нахуй. Они спасают мир, нахуй. На туре, блядь, хилят вас, танчат, нахуй. Вы еще ноете потом. Да ебать, ретрики домой. Моча ебаная. Не, ну типа, мне кажется, чересчур сейчас сильно много. Не-не-не, нормально, сейчас, так это должно быть. Нормально, пока меньше будет, и будет, типа, норм. Да, сейчас, блядь, паладины должны быть самые сильные. Это много. Да, самые сильные. Пофикси, потому что ты 5 дает меньше, паладин. Самый сильный. Да меньше ты 5 дает. Это рарник просто, ну. Да, типа, мне кажется, рарник такой ДПС должен быть в бисе с шеймом. В бисе. В бисе я всех бисов уже передамажил, блядь. Весь сервер сосет ногу. Ну не передамажил, не писи. Ты себе не льсти, нахуй. Дай мне полгорать. Надо посмотреть, что там ретрики в Т4 в сурка 25М заливает. Ты бы лучше с Валаниром всех бисовых улипала бы перехилил, блядь. Это можно. Натуре. Это аккуратно с этим трэшем. Ну я бы тут посоревновался. Вот там да. Я на хилах не умею соревноваться. Устройте соревнования в два кадра. Я на хилах не умею соревноваться. Тем более она лагает, блядь. Сейчас реально будет шоу 6 кадров. Я вообще не представляю, как Тиму захиливать на хулипане, нахуй. Свет еще ладно. Со страданиями, болью и ненавистью ко всем. Нормально. Не про хилом, блядь, там много, блядь, когда выносишь метку. Задача хила не цифру дать, а захилить, блядь, чтобы... Чтобы рейд не упал. Сколько хвали лайт кастится упало? Можно. Смотри, сколько хосты. 1-1. У вас сколько он кастится? 1-2 вот у меня кастится. Что без прока. Тебе с проком. Быстрее пульти стаки падает. Во тьме, блядь, серьезно? Хуёво, когда падает. Что? Ты о чем говоришь, блядь? Тут у тебя за сколько футболку? Ну, долларов. Я тебе типа там, ну, про метку, а блядь, говорю, блядь, ты мне говоришь, что кастить, блядь, 1-2. Ну я не слышал про метку, я слышал про то, что, блядь, тяжело, блядь, за... Да, ему похуй, забей, он замкнул. Юли замутилась. Хуйпало тяжело. Инвизибл замутился. Ну, потому что нет, ой, захилки нормальной. Ну ты должен каждого, типа, блядь, ну прокликивать. И еще при этом бегать в лезвиях. И чтобы у тебя еще танк, блядь, не упал. Иллюзия. Ну, конечно, я шоками, и? Типа, делаю это. Если ты лезвие. Хорошо на лезвиях ориентируешься, если ты, блядь, не прошляпиваешь, то, блядь, там, ну, типа, легко на поводу. Ну, я за лезвие, ну, типа, могу 3 хилки дать и 5 шоков. Что ты, блядь, от метеоров бегаешь, что ты, блядь, от лезвия бегаешь, типа. Я нет, тебе сказал про то, что когда выносишь нет. метку, и все, тебя я не страхуют, ты мне говоришь вообще про другое. Я тебя понял, я тебя понял. Нет, слушай, кстати, вот даже если взять здесь. Смотри, время на самом деле проще. Я вот на 1.488 кританул. Ну все серьезно проще. То есть ты перебежал и все, и пылишься. Пока перебежал, шоки подгадал, и шоками танк удержал. Там у тебя лезвие чаще, плюс они футболы. Да, они теперь широкие, так скажем. И они двигаются, если надо постоянно чуть-чуть подойти. Так, этот сам... Несколько костов подойти. Лезвие White Walk Путин, блядь. Тихо, информация к размышлению. Это Войт, Лингрен, Рарник там, блять, Спула там, блять, не врывайтесь в мобов, нахуй. А мне можно? Нет, нельзя, ну ты сдохнешь, нахуй. Да ты без шема, Слава, можешь врываться. Я тоже почилю секунд 10. Пускай 4 на пула сработают. Ну давайте почилим. 4 на пула. Это, сработают. Короче, рыба. Блять, вот, нажми копии и не сорвешь игру. Че ты, блядь? У меня нету на половине копии. Катал, чё? Катал. О, не еврей, спасибо. Как все заметил. Бля, 14 минут. Сейчас я заметил. О, трэш идет. А это что за дураки? 15 минут. Я заметил, короче, у паладина теперь мана стала кончаться. У меня пока нормально. Драгу святую клят. Ну, клятву, да, можно прожимать. А откуда? А там взяли? Режется урон, нет под ней? Нет. Ну, хил, не хил, да? Да.
Здесь дамаг летит, ех, и... Как они тестили, нахуй, как они такое решение приняли, да? Интересно, да, что они тестили, типа, пару месяцев. Блять, ну элемов же выкатили как-то, ё-моё, чё вы придумываете? Ну да, с одной стороны, элемы, ДК те же. Ну, анфорки, элемы, всё выкатывали, вот сейчас время ретриков. Я хочу, чтобы ещё портоваров выкатили, нахуй. Гейтан, сыр, нахуй. Вот, если я сказал, что бротиков подняли, вон иди потести Т4, там уже нормальная тема. Давайте. Успеем убить, да? Да, нет, да больше, конечно, в принципе, конечно, успеем. Это насчет, это для танков и на пулов. Сейчас, нет, не врывайтесь, нахуй. Во-первых, один танк два моба держит, так что не тюрю. Тем более гомосек, нахуй, ебаный, нахуй. Как же ты меня уже? Ну, типа, смотри, вот Талдарам уже призана бьет. Да, с наполами прям грустно, походу. Так что смотрите, блядь. Вот, вихрь, сбегитесь лучше. Я сейчас после вихря начну бить. Да и, в принципе, вообще, я хуй знает. Кинетик убейте, РДДшники. Повернитесь, кинетик убейте, не верните. Летучивается, конечно, пиздец. О, Талдарам, Геру давайте. Талдарам, блин. Шо? Кого, бля? А я думал сам. Это как, это пранк-то с этой, с бабкой, нахуй. Ты что, ёбаный? Ой, минус бислист. Стой на ретрика. Какой бислист, нахуй? Ты чё, бля, угораешь? Так что сейчас говорит? Я лох вообще, я тебе говорю, реально, типа, блядь, я просто жму... Это Гомосек говорит. Я всё... Кого Гомосек? Это Гомосек говорит? Я понял. Гомосек ничего не говорит. Чего, блядь? А кто это говорил, бислист на ретрика? Вот, всё, рарник на всех передамажил. Я такую хуйню не говорю. Ты сам знаешь. Всё, не трогайте нас, не фиксите нас. Да, не трогайте. С нами все хорошо. А ты в хосту сейчас сбился вообще? Не-не, я лох, я вообще не понимаю ничего. По ощущениям. Не знаю, что такое хоста, нахуй. Просто, блять, банка шмота делает все какой-то там, который выше был по этому левелу. Я мой это передамажу. Ничего не знаю. Я не знаю, реально, ну, типа, ну, у меня IQ 5, нахуй, понимаешь? Он бич, поешь, не забывайте. Опа, осколок, блядь. Опа, беги за топором. Быстрее беги. Ну все, ГЦ гребкой, хули. Откать. Сейчас подожди, парашу не сдам. Был гребка, стал гребка. Да. А? Следующий, говорит, в очередь. В очередь, суки, надеть. Следующий. Аккуратней там, Шема, Глебыч. И полирольки. Спасибо. Аккуратней, там ребут. ГЦ. Там ребут сейчас, конечно, Шема. Не, пока ничего не делаю. Не, я скрин сделаю просто. Скрин просто сделаю. Да, я скрины сделаю. На всякий. Давай видео запишу, пойду с тобой. Ну погнали. Видео признание о том, как я стал летать. Видео признание, как я стал гомосеком, да? Да, у меня есть. Тебе есть гомосек такое видео? Ну вон он в рейде. Да, предсмертное заявление. В нике написано. Лутанул? Спасибо, Кремена. Да, можно всё, сдать. Всё, пошли, да сдавай нахуй, они тебе... Глебка, дай дымку, Глебка. Когда-то мы брали Глеба бичом. Дымку. Без 104. А теперь он бич. Это, слышите, Лингрен, там с вами только один гомосек, Юля с нами почему-то. Ну-ка, дымку. Угу. Надо сильно много не агрите там, то есть если сагрите, там пофиряйте мобов в изгнание там покидайте. Я побегу видео снимать. С вами говорит один гомосек, а ты откуда знаешь? Проверяй. Я понял, нах. Я один понял. Че, мы же скиллованные. Боишься? Не бойся. Вы бесстрашные. Вы же скиллованные, блин. Все-таки. Ну да, ну да. Сейчас смотри, вот слева она. Не понял, Тёма, а почему это на мне нет МК, я не понял. Так, а там Валька. Потому что оно на мне. Почему МК на каком-то ретрике висит? На каком-то, ебать? Не понял, нахуй. На ретрике с шеймом так-то.
Сейчас... Пока еще нету шема. Мне надо кидать. Мне сейчас, сейчас короче, на лане я буду, блядь, ебать. Не, нихуя. Укус первый. Я сейчас буду перебиваться без, если что, без, как ее зовут, без МК, билд. Как ее зовут? Бу, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Оглушение забагалось. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ре. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну как? Трик. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И что получилось в этом? Так, что там? Ну-ка, мочилка. И что, все типа? Ну возьми квест, он сейчас тебе даст. Да, я крупным планом снимаю, нахуй. Ну что, лича убьешь, там еще тебе, блядь, мешочек дадут. Так, ачивка. Открываем ачивку, читаем, поделись, у нас спрашивает. Давай, одевай. Я осмотреть нажал. Следующий квест возьми, лича убьешь, дадут ящик. Ой, ма, спасибо. Вот, вставляй камни, чтобы она не удалилась точно. 8 минут ребут. Сейчас еще лану. Сука, ну, да, вы лану убивать, да, да, должны убить. Вы это добили мобов до ланы? Да, да. Шкаф смоньте нас. Ну все, Глеб, ГЦ нахуй хуля. Сюда. Камни ставил? Да, ставил. 269. Шкаф, кстати. Хорош. Бич какой-то все равно. ГЦ. У бидона усики такие, эльф черный и блондин. Что-то прям такое, прям от Netflix. Я еще и похож. Не знаю, трансмаг делать или нет? Че, тыкните. Ты что, фрик нахуй, что ли, блядь? Это ебануть, вопрос на засып... А, Вилаш собирает, да, следующий? Да, Юрий да, собирает. Вилаш. Тыкнить. Блядь, сука, ну я тоже хочу. Ты, ты голем, блядь. Да нихуя. Это, смотрите, это максимально, если вы на взлетке давайте на себя там баблы, не жалейте ничего вот это. Да, я, блядь, посмотрю. На первой взлетке Юля... Мы бьем или ждем релок? Нет, не ждем, мы бьем. Там 6 минут берса. Юля Массакро на первой взлетке. Два квеста антифир на себя, шаманы... Какую прекративку? Шаманы... А, ты хочешь демку? Шаманы ДТМ на фир. Ну, я Севану посмотрел. Готово, давай, блядь. На антифир присты на себя вешайте. Начальник, время идет. Тихо нахуй, еврей тут. Чё, чёрный. Не сорви тебе агро только. Не сорви, чтобы босс... Чтобы она не таунтила себя. Смотри аккуратно. Сорви бы ты. И походу да. Аккуратненько. Так, зеркало. Опа, укус. Ой, первый раз, блядь, на меня вешается. Имба. 50 тысяч, ну погнали. Ну укусишь это. Меня, да, по-пацански? Типа. Да, да, ну по-братски чисто. А запишем. Как же ШП? Чисто по-розовым вот этим вот обычаем. ШП уже. Это уже аккуратно, все осторожно. Пару луж там разлили и сидят плескаются. Главное не сдохнуть, если мы сдохнем, будет фиаско, нахуй. Да, это будет лучше. Блин, как хорошо, что Т2-Т5 залутал. Мне ничего не просило. Я, короче, потом отдам... Сейчас, не знаю, крылья откатить сюда в клетке, нет? Потому что, походу, должны. Надо будет, должны. Надо будет 50 на 50, чтобы было на взлетку, иначе мы обрыгаемся. Надо как встать так, чтобы рядом никого не было. Ну, ты можешь рарник укусить там. Ольга. По ДПСу рарника. Да не надо рарника, ёбаного рот. Хотите, чтобы где-то спорвался или что, я не понимаю? Да ну нахуй, я укушу. Да, давай сбежимся, блять, я залагал. Сбегитесь, тут. Пизда, два кадра, а? Нахуй вы меня укусили? Сам просил. Так, кого кусать? Ради приличия. Ты, короче... Масфир, выбеги. Ты кусай, короче, Лингрена нахуй, я рарника укушу. А дальше ты... Нельзя меня кусать. Ступи срубы и ретрик. А чё нельзя? Чё, у тебя лагает? Не хочу. Я понял. Ты, короче, кусай рарника, я по сифею кушу. Угу. Вот, в принципе, полтинник. Бля, есть. Бля, ещё раскрыли есть. А когда там взлётка? А, уже скоро. Лучше не буду. Так, рарник, ты где? Я кто-то на центр налил. Ой. А чё, хулики, а... вот ты... Вот ты 5 минут. Ральник, будешь в центре где-нибудь? Ты чё, вот ты 5? Ага. Да, я в центре, в центре. Ну, играться будут, он хулики. Ага. Ага.
Я-то передал, но, видимо... Алкоголики в этой пати вроде как сильные. Ладно. Но вы два дауна с укусами умерли, блядь! Но я Ваня... А вы тоже? Ай, блядь, пиздец. Все понятно. Ты меня укусил, и в этот момент меня нахуй... На пулы хуёвые, нахуй, в натуре, блядь. А чё у вас, блядь? Выйди, выйди. Вы еще кому-то передали вообще или нет? Рарника. Сейчас время рарника. Да вы уже убили ее. Ну да. Бля, ебать вы это под себя нассали. Давай ресни этот Мудфокс хэпала. Чем силы дает? Ну, по сравнению с гранью, вот у меня плюс 100. Не, проковый силы. А, проковый. 270. 270. А, нормально. Или 290. И так еще зарядами там по плюс 30 за каждый заряд. Мудфокс там хуярит 16 тысяч хпс и башит просто. Манна кончилась. И по итогу два других ретрика остались. Вот как так. Как же, блядь. Чезак у твой, блядь. Обоссанные паладины. Да это моча хилы не прихилили просто, блядь. В натуре. Или ретрики моча. У нас есть паладин хил. Ретрики не моча. Ну двигайтесь, кто там, ё-моё. Хорошник. Он щит говна. Что там до ребута? Две минуты есть? Две минуты. О, осколок? Это хорошо. Можно давить? Не, мне похуй, я на ДК соберу себе шем. Мы сейчас делали типа шем, нахуй. Он вайпается, лобыш. Да не про хилу, блять. Ага, блять, рассказывай. Ого. Я все видел. Вагона, что сказать? Так, что, трэш не бьем, мофаемся, да? Да, он откатится, скорее всего. Ну, я так тоже думаю. А чекните у кого-то Тейлос ДПС слоны? Ну что, ты хочешь свой увидеть? Рекаунт 19. 19.6, Заханыч. Бля, ну маловато все равно. О, нихуя. 0 ДПСа. Пойду за чайком. Да, покурите 5 минут. Что будет с шамана? Можно будет еле первый шерифоса сходить? Мужики, у кого-то есть красные полироли? С собой нет. Что ты говоришь за мной? А он вообще есть? Да, но шамана первые 4 босса в еле можно будет сходить? А продажи дешевле? Я говорю, на аукционе есть. Просто я думаю, у меня ДК будет... Сними, продай дешевле. ДК сейчас будет столько же, блядь, давать. Они уже продали. А зачем тогда мне говоришь что-то? На аукционе купи. Дорогие. А сколько они сейчас? 9к. Это нормально. Не, это дорого. Просто увидеть свой ник и напротив 28.3, нахуй, охуею, блядь. Что это такое? Я вообще охуею. Сейчас после ребута потестишь еще раз. Что там, блядь, вроде объяв никаких не было, нахуй. Список изменений, неистовство, стальной скорби, все ясно, нахуй. Хуй его ничего, блядь, понерфит, нахуй. Если понерфит, сука, я просто удалю сервер. Ну, когда реворк был, тоже не было ничего. Да, мы сразу же пылим, короче, ретриков. Полностью. Так, я отойду на минут на 20. Шем этому вендору, блядь, продаем. И все. Оп, мини-обновление. На 35 мегабайт. Он 20к. Он больше наносит, чем цепуха твоя, блядь. Они, походу, опять переборщили что-то. Он, типа, кастуется одну секунду и наносит много. Поэтому его есть смысл кидать. У тебя просто шок теперь нету смысла кидать. Ну, получается, просто получается, вместо огненного шока, типа, можно кидать цепнуху. Типа. Так, что типа, это огненный такое? Огненный шок, он у тебя должен висеть в любом случае. То есть ты его обновляешь, ты его кидал и просто так, типа, чтобы критануть случайно и обновить быстрее лава. Ну, не знаю, я вот прошлый раз... Теперь, типа, пусть он просто висит. А, ну да. Это что, реворд? Новый кинь. Это да, новый реворк да. Понерфили? Да, паладинов порезали. Так, тихо, если я сейчас там найду что-то про ретрика, блядь. Я там... Там, 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 там,
у ретриков. Что сделали? Обрезали. Я им обрежу ногу, нахуй, сука, все пиздаем, нахуй. Все уже? Сука. Короче, чё... Сейчас, секунду, я позвоню, один звонок сделаю, так. Алло, товарищ Путин, нахуй. Тут, короче, пиздец, сервер Сируса, нахуй, вообще охуел, нахуй. Так а где короче, порезали, че, я ничего ретриков не порезали. Я там скинул один сообщение. Что мы можем сделать? Давай. Давай. От там а, в Нидерландах, да? Ну все, да, заряжай. Они забрали 1% теперь. Заряжай тут урон. Ну, короче, что я могу сказать? Ретрики один хуй в Т4 будут. Короче, это отменят. Больше, мне... чем в Т5. Мне сказали, сейчас это отменят, нахуй, блядь. Сейчас там, блядь. Слава, я тебе говорю, один хуй, вот я сейчас на манике, блядь. Один хуй ретрики будут давать в 4Т4 больше. Про рогу мне скажите, рога ликвидация это что, ап или нерв? Ап. Я 18,5 маник даю. Стоп, экзорцизм Приста. Тоже же порезали, нет? Приста, ап, ули. За мага не знаю, что это, путь огня, да, что это. Короче, что, 17к в маник, блядь, вместо 20. 18,5 я даю. Короче, за мага не знаю, нихуя, бой не я понимаю. Просто вроде еще не сделали. Ханты не знаю. Комбата не рафнули. Мне сейчас скидывали комбата трясапку от сурка. 16,5. Хотите рофл, смотрите, включаю стрим вам. Внимание, просто внимание. Ой, интересно, все на стрим, как интересно. Ой-ой-ой, рогу апнули, ой-ой-ой, что делать? 2Т4. Все смотрят? Да нахуй надо, бля, помнишь какой-то стрим? Я про то же. 2, ты 4. Я нихуя пока не понял, 2, блядь, 5. Но очень интересно. 2Т5, 2Т4. Т5 пятое место, 2Т4 первое место. Все запомнили? 2Т4, 2Т4. Всем было охуенно интересно, пиздец. Когда вы наконец запомните? А 4Т4 тестил? Нет. Ну, кстати, самое будет, там спам расправит, отравление больше. Там тоже много ДПС будет. О, копье полетело, ебать. Копье. Чё, Костя, все нормально? Ну, ты я говоришь? Пошел. Ну, все равно больше, чем... Копье, блядь. Мне еще не отвисли грана. Все равно больше, чем было. Это уже хорошо. Так что ты говоришь, понимаю. Вместо 4 3% просто написали. Остальное все то же самое, да? Угу. Ну, они на самом деле также нерфили и анхоликов. Сначала 3%, потом 2%. А теперь нахуй 1% и анхолики не дамажат. Спасибо, ебаный долбоёбы. 1%. Короче, на сурке будет не 40, блядь, а... 35, нахуй. Кто копье взял, блядь? 29 будет 26, окей. Ну, допустим. Это все еще сильно. Короче, я сейчас тестил 16,5 и 17 стабильный в маник. Ну и все, ебать. Нормально. Проблем нет. Больше, чем в Т5, один хуй. Ну я в ШП столько даю в мане. 4-4. Сука, разлагает или нет этот бло, блядь. Так что рарник расчехляет 4Т4. Да, рарник. Рарник, слышь, продавай нахуй. Возвращай деньги за Т5. Короче, только что на X5. Полетело, блядь. Кто там воет, ловишь? Укуса 44 тысячи укусил. Я не знаю. Если они апнули БМов. Да. Но все равно их надо просто забивать. Я уверен. Слышишь, Витя? Так это, Кусаку, получается, не зря кормил дорогой хавкой. Витя, ты что, камбэк Кусаки? Походу, да. Только надо 1260 косты. О. Кусака! Соса. Опять духом Сосака. Взрывать в рейде будет. Ну, хули. Дайте я релогнусь, блядь, а то у меня чуть под ногой на все. Шеюшки. За каныч, Келю Шеев это порезали. Келю Шеев? Стоимость. А, да похуй, я понял. А на сколько? На сколько порезали? Все шеи стали 195 почетных жетонов, вместо 270. Блять, так я, получается, сука, нахуй я ебано долго нога купил. Какой, это какие шеи? Три шеи мог бы купить. Я бы три шеи. Я бы три шеи купил бы нахуй. 95. Что? Стандартные. Я въебал. Вместо 270. Имба. Блять, я купил себе ебаного долгонога на руки. Долгоног классный. И дробяшку. А третья печать стоит 75 вместо 120. Так, ну что теперь фармлю шею на хапала. Так я это самое, смотри, я купил долгонога. Не, на хапала не надо шею, ребят. Я фармлю.
Вот зачем? Не, ну шея теперь намного дешевле стоит. Слышишь, что нахуй? Почему мне никто не говорит, что надо печать света включать, ну? Что? Зачем печать света? Ну, на этот, на Вальку. А. У тебя символ на него, что ли? Нет, символа не стало. Чего, вот, ты видишь? Соло захилишь с этим? Или мне? А, хорош фростмаг. Найс колос. Конус холода, блядь. Да? Сори. Я не планировал. Че, рейндж добавили? Походу. Походу. Так самое интересное, я типа даже не в их сторону скидывал. Да ты что, сука? В их сторону выебывайся. ПДР. Шаловливые ручки, нахуй. Я не хотел. Просто чихнул. Ну, Глеб, короче, говорил, вместо 40 будут ретрики где-то 30-33 давать. Да все, ретрики боги, нахуй, вообще, все остальные бичи, нахуй. Как и должно быть, вообще, бичи. Да ну что так, что так, хорошо. Набираем 25 розовых, блядь. Только собрали бомжу Волонир, блядь. Тем, что мы и так, типа, сосали, это все еще хорошо. Сосать дело святое, поэтому давайте. Планер на Вальке. Ой, мне кажется, ли духи стали дольше висеть на мне? Чего? Не, ну, кстати, вроде они как бы с элемами сделали неплохо. В принципе... Чего там элемы, ну-ка? У них долгая фаза, потом накопление быстрое. Да. Ну, забалансили, может, чуть-чуть. Они забалансили, да. То есть, ну, по сути, это как и было, блядь. Ну, только, да. Лучше бы они шею апнули, блядь. Они своему снизили. Куда ее, блядь, еще? Кильдонаса? А, да. Теперь ты во время Лема не сможешь. Да. Он типа стакает теперь отдельно. Просто, короче, как раньше было, когда у тебя был стакнутый Лем есть. Да, ты мог его поддерживать. Грызут. А сейчас типа как не знаю. И у меня постоянно просто уже 2 стака было накоплено. Да. Ты просто третий кидал, и тебе вообще по кайфу нахуй было. Все нормально. Скажи, я думаю, что так, учитывая, что там есть еще несколько постов, то что зарезервировано, ждите еще ближайших ребаланс. Скретанова? Да, я же коровка. Ну да, будет еще ребаланс, скорее всего. Я понял. Ну, они же написали, что там еще несколько постов зарезервировано, нормально. Они еще будут менять. А кого еще именно хуй знает? Ну, кстати, а теперь, по сути, можно такой же ДПС как раньше выдавать. Короче, Леха, там знаешь, как теперь собирается, надо... Никто не вернется 2007. Манускрипт, колба, тренька хостовая, блядь, и две шмотки с ТГ, одна с хостой, вторая с двойной атакой. Ну и кап хапты. Кап, Костя, ты уверен? Да. Просто вот Войд без капа что-то рядом стоит. Хорошо, вот слышишь? Я думаю, что надо меньше. Почему? Теперь, по сути, цепнуху можно реально выкинуть нахуй. Я говорю, что попробую, я и там... Кажется, будут еще миллион реворков. Да, конечно. Так что не торопитесь шмот менять. Это ненормально у меня. Помимо двух шоков, что ты еще кидаешь на фазе Элима? Ну, типа, только шоки и все. Чего у тебя 2-4? Они 3 секунды. Четверть демо. Ну, типа, ты кидаешь 3... Ты вчера нашел 6%. Ты кидаешь 3 шока и выброс славы. Типа, 3 шока, выброс славы. Нормально так подняли на 19%. Ну, вот я тебе об этом и говорил. Типа, у тебя висит огненный шок 8 или 10 секунд, правильно? Там 12 даже, по-моему. Ну, да. Типа, нахуя ты его кидаешь каждые 4 секунды? Сколько, Глеб? Сейчас суров, приятно. Быстрее обновляет. Кого? Выбор славы? Сколько? Ну типа, я же он у тебя тикает. А если ты цепуху кинешь? Я понял, что хочешь сказать, Леха. Типа, по сути, смотри, ты когда... Короче, раньше ты выигрывал этим шоком вне, ну, не ждал его тики, а то есть 0,5 секунды, секунду ты вот за вот эти тики выигрывал просто себе лавабурст. Лавабурст. Ну, так сейчас по сути... нету в этом смысле, ну, такого... Не, ну почему? Лава-бурс... Типа, смотри, лава-бурс критует там от 27 до 30к, да? А цепуха 15-20. Ну, типа... Ну, и КД у них, грубо говоря, одинаковые. А шок сколько? У КД у цепухи 3 секунды. Я имею в виду именно одинаково, если, типа, обновлять шок огненный. Вот я про то, что вот ты один раз можешь огненный шок не обновить, ты же понимаешь, что он у тебя тикает, и тоже это ну, лава да, и тоже обновляется. Да, и тоже обновляется, это я знаю. Обычно ты, когда ты Элима юзал вот в эти фазы в сами,
ты выигрывал себе типа там 0,5 секунд и тому подобное, потому что, ну, пока не тикнет шок, ты кинешь новый шок, и он сразу тебе обновит немного. Ну да, да. То есть сейчас вот я говорю, что вот эту хуйню можно отбросить и кидать за место этого цепуху. Она даст тебе не 2003 урона, как огненный шок, и 0,5 секунд, а 15-20к чистого дамага. А, ну, кстати, да, кстати, да. Так, то есть и у тебя все равно через 0,5 секунд шок огненный прокнет и обновит тебе лавабурст нормально. Квест возьмите. Ну, вот так вот. Ну, это надо все проверять все равно. Ну, мне я вот после РТ буду манекен бить тестить эту хуйню. Квест возьмите на синдру. 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 Взял, брат, спасибо большое. А, и в обычке тоже она, я понял. Взял, брат, большое спасибо. Бля, на кого там квест? На синдру квест возьмите. А то, блядь, будете потом бегать, нахуй. Приглашите в рейд, пожалуйста, кто уступит место в рейд? Нахуй ты нужен, блядь. А что тебе? На квест на синдру. А, на квест? Да, ну... Я бы тоже зашел на квест. Хочу тут побить чуть. Ну да. Пока не откатили, пока не откатили. Чтоб дамаг хоть где-то был. Чтоб жили мы ровно нахуй. Да я тут... Да. Сейчас уже как ретрики будут крутить. Так, ну шо, это... Я теперь как ретрик стал, короче. А, серьезно? Ну да. Шо, побежали? А, это классно, ебать. ГЦ, хуй. Шо, получается... Сколько вообще, сколько в рейде? А, вот я выбил три последних себе, и Юли выпал один. Вот четыре, получается. Так, но ну еще я... два босса. Слича Теренаску я забираю, да? Катала, что ты там боком бегаешь? Нет. Сюда иди в центр. Ща, блядь. Заберите Хапала, уберите ауру. Скоро, очень скоро. Катало. Умрёшь. Они уже заявили. Катало. А кто там вдалеке стоит? Пильчи хилы. Хорошо. Вагоны какие? Я же сказал, катало. Где он стоит? Уже пришел. Чтоб синдрей пройти. Не, ну кстати. Ну вот, ретриком Т5 не надо, получается. Надо. Нахуя? Надо. Надо, надо. Ты же потом апать его будешь. Там да. Человек секретку знает, как скипнуть комнату, ребята, спросить. Ну сейчас же нерфанули. Чё, скипнуть комнату? Ну. Звучит не надо ничего скипать, зачем? Звучит как бан на Сирусе за богаев. Ну он что-то издевается, говорит, вы лохи, типа нихуя не знаете, дети малые. Вы угораете? Ты напиши в чат, как портал ты скипаешь. Портал не открывается, если скипаем. Нам портал надо. Ну, в смысле, не надо, но... Там распыл. Блять, там распыл. Похуй вообще. Так это тут самое... Поешь. Так это сличащий... Ой, так это этот... Ну, ТБЛ сейчас упадет, Войду получается? Войду они падают, блять. Почему ТБЛ упадет? Уходим. ТБЛ мой. Смерть. Не, нихуя, брат, я по приору выше. Ты уверен? Смерть. А вы чё, зачем вы бьёте там? Нет, помойку взломаныч. Че есть там? На пыл че шо там? Ах ты, сука, дырявая, блядь. В помойку. Ах ты, мразь, блядь. Да хуй тебе не табел не выпадет, он тебе понял. Не, я вчера зашел. Как хуй у тебя 250 гп, блядь? Ты че нихуя не лутаешь, блядь? Алло, блядь. Помойку. Где нахуй ретрики там будут? Ёбать, нихуя. Ретрики моча. Гп войду на Я предлагаю написать жалобу на Сирус на Вайда, что они носят Волонир, нахуй. Собрал и не носят, блядь. Нахуй ему пусть изымают, да? Пусть разбирают, отдают транквили, нахуй. А Вилани, а зачем тебе МК? Натуре, дай мне МК. Не, нихуя. Тёма, дай МК, пожалуйста. А теперь открыть мои таланты и увидите, что там нет МК. Чего? Вон нахуй, кикс гильдия, все пиздец. Осуждаю. Осуждаю. А почему у меня маны меньше, нахуй, чем было? Ну-ка, еврей, блядь, дай-ка, блядь, манобаф. Ай, блядь, у меня... По реворкам Т5 нету? Че, ты дал? Что-то не могу понять. Да, все, он тебе висит. Блять, хуево, когда ребят, висит. На Т5 нету реворков, ну, поста такого. Не, только у ДК реворк был, типа Т5.
А, он же меня зовут. Скажи, типа, что ты был, что колдекатор был реворк. У ДК только реворк. На том Заханыч говорит тебе. Просто передает. Может быть, будут играть теперь 2-5 ДКшники. Надо чекать. Ну, должны. Да не, ну 2-5 это понятное дело, но просто интересно, мало ли, что они еще будут пилить. А Леха, у тебя штанковские чарки есть? Какие? Лада чуть-чуть переделали там совсем. Ну, руки и плащ? Руки, плащ, оружие. Да. Ну, наручи еще там, на хпшку. Ну, твоя, блядь, мисс кликом нахуй на лодку скинул. Пиздец, сколько у тебя чарок же было, Костя? Как так-то, блядь? Без 6 чарок, фул. Фул? Ну, а ты это... верни, попробуй, напиши. А нет, нихуя. Ты не нахер шлет его. Они... Эти пидорасы написали, что, типа, не предусмотрено игрой. А-а-а. Что не предусмотрено? То есть, а восстанавливаешь шмотки, это предусмотрено игрой? Ну. А я профу не... Восстановление профы не предусмотрено игрой. Шмотки в сумку нарисовать. Если из-за косяка у тебя удалится нахуй все профы, все будешь заново качать? Да. А если это косяк Сируса? А как ну тогда не дадут тебе профы. Скорее всего восстановит, если это косяк Сируса. Просто когда ты сам отменяешь профессию, у тебя спрашивает игра. Вы уверены? И тому подобное. Вы долбоёб или нет? Я давненько алхимию отменил. Тоже написал на форуме.